Командитное товарищество Мамбетов ИК в регионе заслуженно уважают, а руководители Ертебулани Мамбетове говорят исключительно как о крепком хозяйственнике, который не забывает о сельчанах. В 2019 году предприниматель стал обладателем премии «Жомарт Жорек 2019 за активную гражданскую позицию, широкомасштабную благотворительную деятельность во многих направлениях. В своем родном селе Ертебулан Мамбетов построил 30 домов для сельчан – и сейчас продолжает возводить дома в Менкесере. За последние два года предприниматель построил два мини-центра, спортивный зал, а сейчас возводит жилье для переселенцев. И он по-прежнему считает, что кадры решают все, а потому для них должны быть созданы все условия. Недавно новоселье в одном из таких домов отметил Азат Бесенбин, механик командитного товарищества. Прошлый год он в марте пришел новый, и я сразу же сел на него. Вот в течение года работаю на погрузчике. В селе Менкесер проживает более 1000 жителей, четверть из них трудится в товариществе. Рабочие руки нужны всегда, особенно востребованы сегодня механики и агрономы. Поэтому руководство с радостью принимает тех, кто приезжает в село и создает все условия. Благодаря поддержке государства и собственному труду мы многого достигли. Сейчас в селе более 250 домов. Воду провели в каждый дом. В 2019 году в компании появился новый молочный комплекс стоимостью 2,3 миллиарда тенге. Из Германии завезли 700 голов сементалов. Это у нас сементалы, молочная порода. Одна корова дает до 30-35 литров молока в сутки. Командитное товарищество Мамбетов и компания за 27 лет выросло из небольшого неперспективного села в одно из передовых хозяйств области. Несмотря на удаленность от областного центра, здесь есть все необходимое для достойной жизни. Елена Горбань, Эльмира Мамбет-КЗ, Ерлан Кали, служба новостей.